Ну, скажу так, у меня, конечно, странное впечатление от процесса. Заметно, что судья, скажем так, ведет себя предвзято. По крайней мере, мне очень не понравилось, как с издевкой она реагировала раз своими репликами на разные просьбы подсудимых. И, безусловно, по моему субъективному представлению, находится в неком сотрудничестве со стороной обвинения. Изменения на ходу всей ситуации по рассмотрению, то слушаем свидетелей со стороны обвинения, то рассматриваем протоколы, то смотрим фильмы и так далее, и так далее. Конечно, она вводит такую некую сумятицу и не дает возможности, как я понимаю, адвокатам и подсудимым подготовиться к должным образом. Не увидел намеков на здравый смысл и какую-то логику, которая должна была присутствовать в судебном разбирательстве. Будем по-прежнему поддерживать узников 6 мая, их родителей, всех тех, кто связан с этим, к сожалению, трагическим таким процессом. Люди уже год сидят в тюрьме, и, конечно, угроза того, что они могут сидеть еще дольше, она существует. Произвол, творимый властями, не может просто так пройти бесследно. Люди сидят без вины. Они не виноваты ни в чем. Провокация со стороны властей, и власти преднамеренно уходят от ответственности и не пытаются каким-то образом хоть как-то дать возможность стороне защиты продемонстрировать свои доказательства в пользу невиновности подсудимых.